На канал Экзекет поступил такой вопрос. О чем нельзя молиться? Ну, действительно, немножко парадоксально звучит, потому что ведь Господь говорит, просите, например, говорит, просите, дано будет вам. Ищите, найдете, стучите, отворят вам. Просите, ищите, стучите, проявляйте активность, обращайтесь к Богу. Мало просить, надо еще добавить к этому смирение. Потому что ведь можно просить, настаивать и проявлять свою неотступность. Где-то это хорошо и правильно. Но в чем смирение? Смирение в том, что прося, мы всегда добавляем эту мысль, что да будет воля Твоя, Господи, как в молитве «Отче наш» мы читаем, как на небесе и на земле. Да будет воля Твоя. И вот, когда мы просим что-то, и когда мы не добавляем этого, а когда мы не хотим, чтобы совершилась воля Божия, а хотим только, чтобы совершилась наша воля, об этом нельзя молиться. Тогда нельзя молиться. Надо молиться тогда, когда мы оставляем место для того, чтобы совершилась воля Божия. Тогда можно просить обо всем. Ну, кроме зла, конечно, очевидно. Но никто не попросит у Бога очевидного зла. Конечно же. Но обо всем остальном будем молиться, просить со смирением. И тогда наша молитва будет Богу угодна. Потому что... Ну, представляете, если мы просим Бога чего-то ненужного, но нам кажется, что это нужно, необходимо. Например, человек просит, чтобы там, та или иная девушка, скажем, стала его женой. А эта девушка совершенно не способна к семейной жизни, потому что она сварлива, потому что она эгоистична, потому что она еще просто не имеет необходимой такой духовной зрелости, чтобы создавать семью. Нет, человек настаивает, просит и так далее, и так далее. А Господь не дает. Не дает, потому что это не полезно, это не нужно. Не будет хорошей семьи. Как ребенок, если просит что-то неполезного у родителей, родители, конечно, не дают такового. Не ешь мороженого в большом количестве, заболеешь. Если ты хочешь выйти на улицу, просишь об этом, ну, оденься. Если ты не оденешься, то будешь болеть, ты простудишься. То же самое и Господь. Если мы просим что-то у Бога и просим неполезного, просим без смирения, о таком молиться нельзя. И тогда молиться нельзя и не нужно. А смирением все можно. А Господь сам уже определит, после того, как мы рассудим, нужно ли это по совести, по заповедям Божьим. Если нам покажется, что это нужно, попросим у Бога. И пусть уже воля Божия совершится в том, даст ли нам Господь этого или не даст. А мы будем просить, и будем просить неотступно, с доверием, с верой, но, опять же повторяю, со смирением.